уже было много обращений по этому поводу, там некомфортный переезд, оно давно уже пришло в негодность, поэтому необходима замена и трамвайного полотна, и подходов к трамвайному полотну асфальтобетона. Перекрытие движения с сегодняшнего дня на 2 недели, но в связи с тем, что сегодня пятница, и мы знаем, что у нас в городе это проблема, поэтому решили перекрывать движение в 10 вечера. Сегодня будет перекрытие и на 2 недели. Начинается производство работ завтра с 8 утра. Проектом предусмотрена перекладка трамвайного полотна, 160 погонных метров трамвайного полотна в общей сложности. Будут установлены дополнительно 4 ливневых колодца. И предусмотрена укладка асфальтобетона к трамвайным рельсам около 1350-1400 квадратных метров. В связи с тем, что там это все-таки делаем, ну, из-за трамвая, поэтому там будут обустроены уже остановки трамвая в тротуарной плитке с соответствующим ограждением. С тактильной плиткой все это предусмотрено проектом, поэтому будут установлены еще дополнительно 8 светильников. Перекрытие у нас предусмотрено на 2 недели для автомобильного транспорта. Но работы — это основные, чтобы транспорт пошел. А так там еще будут продолжаться работы. Сроки сказать не могу, потому что неизвестно, как обычно, что-то вскроем и, не дай бог, что-то еще проявится. Поэтому будем стараться как можно быстрее это все привести в порядок.